Украинские военные проходят подготовку в Шотландии, где овладевают эксплуатацией тральщиков Sundown. Это продление прошлогоднего контракта на покупку у Великобритании двух кораблей. Обучение проходит в рамках помощи Великобритании Украине в войне против России. Место учений на днях посетил заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов и заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Киппи. Конкретное место не называют из соображений безопасности. Украинские военные отрабатывают упражнения с оружием, совершенствуют навыки по контролю за повреждениями судна и управлению механизмами. Владимир Гаврилов поблагодарил коллег за поддержку Украины. «Я видел братство украинских и британских воинов, которые вместе работают над достижением общей цели – укрепления боеспособности украинской армии. Мы очень благодарны правительству и народу Соединенного Королевства за их неоценимый вклад в успех Украины в отпоре российским агрессорам», – сказал Гаврилов. Капитан миноискателя Королевского флота, который принимал участие в учениях, подчеркнул, что для него большая честь работать с его украинскими коллегами. «Очевидно, что сейчас в Украине очень сложная ситуация. Мы все понимаем актуальность поставленной задачи. Поэтому это профессиональная привилегия работать с украинским флотом, который невероятно сосредоточен на выполнении работы. И это мотивирует мою команду, чтобы иметь возможность дать им лучшую подготовку, которую мы только можем», — сказал он. Напомним, в ноябре 2021 года посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко подписал украинско-британское рамочное соглашение, которое предусматривает выделение средств на строительство 8 ракетных катеров, приобретение 2 тральщиков и создание 2 морских баз. Впоследствии ВМС Украины начали формирование экипажей для тральщиков Sundown. Тральщики-искатели мин-класса Sundown стоят на вооружении Великобритании, Эстонии и Саудовской Аравии. Первый корабль был введен в эксплуатацию в 1989 году. Все корабли класса Sundown планируется вывести из состава британского флота в течение 2020-х годов. Корпус сделан из армированного стекловолокна. Корабли не имеют оборудования для траления мин, единственная их функция – поиск и уничтожение мин с помощью дистанционно управляемых поисковых аппаратов. Второстепенная функция – патрульный корабль. Краткие технические характеристики этих кораблей следующие. Водоизмещение – 450 тонн. Длина – 52,6 метров. Ширина – 10,5 метров. Осадка – 2,4 метров. Скорость – до 13 узлов на дизельной силовой установке. До 6,5 узлов на электрической. Экипаж – 34 человека. Вооружение – 30-миллиметровый боевой модуль и 3 пулемета калибра 12,7. Специальное оборудование, автоматизированная система управления противоминными действиями Atlas Electronic IMCMS. Спасибо за просмотр. Слава Украине!